Если без музыки долго бывает, я начинаю, ну, без музыки у меня все, я начинаю сны видеть. Потому что это без музыки скучно становится. Вот поэтому снятся мне вот сны. Что то на хамусе, то на фортепиано, то на аккордеоне играю. Оказывается, вот эти вот у музыкантов совсем другой мир. У них, ну, просто вот все в мире музыки он прям находится, да? Это у него как бы вот, наверное, я не знаю, там где-то сверху, наверное, там взяли и прям было предрешено, что вот он будет там как-то музыкой заниматься, да, и любить. И все, что связано у него, это все вот так вот, все с творчеством. Но это мы заметили, когда только после того, когда он, забегая вперед уже, когда вот он уже на хамусе стал играть, потому что, ну, мы подумали, ну, у кого, стали перечислять, у кого там хамус этот, да никто на хамусе в принципе-то не играл, ну, мы как бы не знаем даже, может, и было такое, как бы, да, но вот он захотел вот играть. В 1000%, в 2000% я согласен, что хамус лечит. Это же звук магический, он же лечит все заболевания. Это же на организм воздействует. Вообще хамус — это сам по себе космический инструмент. Космические звуки. Вот. У меня сейчас в данный момент 4 хамуса или 5 хамусов. Еще есть вьетнамский хамус, мне подарили в доме Арчи. Подарили. Еще один я находил на битбоксе, он мне подарил губную гармошку. Да. Но битбокс пока это учусь. Но в данный момент пока не могу. Ну, губную гармошку мне нравится играть. Да. Такая радость, ребенок там, все, мы всей семьей, как бы и бабушка, и дедушка, и братья мои, все они как бы так радовались, потому что врачи сказали, что ребенок родился слабенький, вероятно, не выживет. И потом уже после этого, когда уже закончили, все как бы прошли врачей, консилиум такой небольшой собрали, я помню, как они меня довели как бы до такого состояния, что они сказали, зачем вы сюда все? Вот, ну, как бы, мы не виноваты, что вы таких рожаете. Вот, и езжайте обратно в свой район, откуда вы приехали. Вот, мы что можем сделать? Я говорю, ну как, ну, атрофия зрительных нервов, это же... Она говорит, ну как, мы что можем сделать? И у вас даже, говорит, никакие вот лечения, которые мы проводим, вам не помогут. Вот, и уже там на тот момент мама с папой стали молиться. И вот, и, наверное, молитвы все-таки это действительно. Вот сейчас я понимаю, что это великая вещь для любого христианина. Потому что, а тем более родительская молитва, она с одного моря океана поднимает все буквально. Веру всегда это хорошо и здорово, что я в православии. Потому что в храм надо ходить, ну, молиться за своих друзей, за своих близких, за своих родных, за свою маму и за своих друзей, ну, как я уже говорил. Можно за всех молиться, вот. Вот. За тех людей, которые тебя любят, за которых ты уважаешь, можно молиться тоже. Вот. Или за какое-то дело, чтобы оно получилось, надо за него молиться. Вот.
как я говорил, бороться, не сдаваться, значит, молиться за него, за это дело. Вот. Но я причащаться хожу. Вот. Правда, бывает, служба идет, но я, бывает, устаю долго стоять, я присаживаюсь. Вот. Если какой-то человек дело творит, он смотрит все сверху. Вот даже сейчас то, что я говорю, уже на нас всех смотрит, что мы делаем. Вот. Иисус Христос – это Сын Божий, которого Он создал. Почему Мария Дева и родила Христа и Богородицу Его. Но Иисуса Христа же распяли за то, что он кровь отдал, можно сказать, на кресте, чтобы мы же жили. Вот. Если бы он не отдал жизнь, у нас бы тоже бы сейчас не было. Это же все зависит от этого. Ну, на Бога нельзя, потому что он же сильно светится, вот, прямо. Свет такой. Но я сам не видел, как он светится. Но можно это нарисовать, можно это сделать из чего-нибудь, как он светится. Видишь огонечек? Ну-ка. Сам. Двигай, двигай. Не бойся. Да-да-да. Во-во-во. Нет. Вот, подожди, еще раз. Вот. Все. Видишь? Угу. Теперь вот низ, чтобы подкрепить. Во-во-во. Все, теперь ставь. Куда? Ну, любое гнездышко. Сюда. Вот-вот. Она не стоит. Не схватилась. Еще раз попробуй. Схватил. Стоит, стоит. Пусть так стоит. Она же упадет. Нет. Все. Я родился вообще в Черском, да? А мое проживание в Колымском. Ну, так как из-за зрения сюда пришел переехать, ну, обследование. И мне здесь нравится жить. Потому что это моя родина, можно сказать, с рождения. Я отсюда, ну, можно там в любые страны в гости съездить, там, попутешествовать. В Колымске тоже съездить к бабушке с дедушкой. А так, на совсем, чтобы куда-то уехать, нет, я здесь лучше. А людей ты как чувствуешь? Людей? Угу. Вообще, кто хороший, да? Вообще не, да. Ну, например, если это человек хороший, да, от него вот такая вот исходит, что он нормальный, вот, добрый, вот. Я люблю с добрыми общаться. Если этот человек обманывает, да, у него может трястись голос. Ну, или вообще, или хитрый, вот, может, ну, в общем, вот, можно почувствовать, что с этим человеком тебе нехорошо. А вот тот человек, который хороший, с ним тебе легко, хорошо, хочется с ним общаться, тянешься к нему вообще, к этому человеку. Мужчина должен быть настоящим тем, что он должен защищать свою семью, не бояться ничего, должен дома все мастерить, уметь делать, забивать гвозди и все такое вот. Готовить должен уметь, шить тоже должен уметь, стирать, гладить тоже должен уметь вообще. И должен следить за... Вообще любой человек, да, кроме мужчины и женщины, должны следить за гигиеной, за чистотой. Вот. А так настоящий мужчина – это который защищает всегда. И не обижает слабых. Да, просто за дом. Эй, в этот, захваты. Я захожу, раз, и ты захватываешь. Вот так. И с другой стороны. Раз. Ага. Для меня великая радость, то, что меня на ушу взяли. Так само защита и упражнения. Зато вот руки по аккордеону стали бегать хоть как-то. Я преподаватель Самсонов Евгений Иванович. У меня еще есть один тренер. Ноев Павел Степанович. Ну, это для зрения не вредно, вот, ушу. Это не вредно. Другое дело, там дзюдо. Ну ладно, запретили вы дзюдо, преподаватель, ну ладно. А вот ушу мне нравится, вот, но ушу-то не должно быть запрещено. Ладно, бокс мне нельзя, это ладно, я уже понял. Ну, а ушу, там все в комплекте, борьба и удары вот эти, бокс и все такое, и упражнения, и самозащита. Там все в комплекте, поэтому я рад, что туда пошел. Вот. Надо все знать. Там надо знать, как
например, враг стоит, как это, его обходить мимо. Вот. Это в ушу тоже так бывает. Спокойно, спокойно. Давай. И раз. И. Ну, я люблю тренироваться на физкультуре. Отжиматься я научился, приседать могу 40 раз. И бегать научился? Да. С ноги на ногу прыгать. Лучше быть сильным. Я для этого и пошел. Может, руки по аккордеону начну еще лучше бегать. Оксана, а тебе не бывает обидно, что у тебя такой ребенок хороший, да, одаренный, талантливый, красивый, и вдруг такое горе? Конечно, посещают такие мысли. Каждого человека посещают такие мысли. Потому что, ну, на тот момент, ну, каждый человек себя спрашивает, за что мне такое, да, там, чего мне такое. Ну, вот, пройдя, например, вот, даже, наверное, вот то, что все-таки мы в православии, да, это определяет очень многое для человека, потому что человек начинает более осмысленно к жизни относиться и понимает, что вот какие-то моменты, ты вот, ну все уже, ну как, ну я же не могу это все как-то вот так вот взять, и я не волшебник. Мы все обычные люди. Ну, если так получилось, так случилось, и конечно, мы можем просто смириться, принять это. Вот это вот как раз-таки сильная черта любого человека должна проявляться, да, то есть не у каждого проявляется. Просто это оставить, это, да, и идти дальше. Что дальше нужно идти? С чем ты солнце сравнил бы? Ну, сравнил, как будто вот оно желтого цвета светится. Я сперва, когда маленький был, думал, солнце такое маленькое, ярко светит эта лампа. Ну, маленький был, думал так. А сейчас понял, что это планета. Мне мама с самого детства объясняла, что Солнце – это планета. Вот. Сейчас мы в данный момент изучаем географию. И вот благодаря этому вообще вот знаю, что Солнце. Ну и мне мама, как говорится, заранее тоже подготавливала вот к этим занятиям. И Земля тоже круглая, она не бывает плоской. А некоторые думают, что Земля плоская. Я вам скажу, Земля круглая. Вот земной шар, небо синее, а когда облака дождевые, например, грозовые, они серого цвета, вот, есть белые облака, вот, а есть пасмурность, когда облака закрывают все солнце, а есть когда перед тем, как пойдет дождь, туча закрывает солнце, и может пойти дождь, вот. Есть сильный ветер, вот, северный, западный, южный. О, нашел брюхоногие или улитки. Самый богатый представителями. включающий около 90% видов форма тела. Миша, а ты пробовал сам писать песни, музыку, мелодию набирать? Да, вот это то, что я вальс играл, второй, это был вальс сочиненный, который сочинил. Вот. Ты же говорил, вот это вот, играл же. Это сочинил, как-то само пришло, вот сочинил. А так, хочу вот на синтезаторе и на гитаре музыку писать, и на компьютере фонограмму писать, потому что вот есть такая музыка в Ютубе, которую поют
И этой музыки не может быть в минусовке. Вдруг ее нет, этой музыки в минусовке. В YouTube есть, а в минусовках ее нет. То есть познакомился я с приложением минусовки песен в любой тональности. Это там все фонограммы тех песен «Синего платочка», вальсов вот, и всяких вот хороших произведений. И русских народных. Там же удобно. Караоке можно не найти. Вдруг интернета нет, например, в студии или там в зале концертном. А тут минусовку скачал себе на приложение музыка, включил и играешь. Или поешь под нее, или делаешь там на инструментах под эту музыку, под фонограмму. Под фонограмму можно на аккордеоне играть, это же красиво, на гитаре тоже можно под фонограмму. Еще можно своего напарника подключить, чтобы он баян играл вдобавок, тогда будет вообще. А вот так, что вот есть произведение, слава богу за все, но в минусовке этого произведения нету. Вот. Я вот думаю, вот если научусь на компьютере, тогда чтобы эту минусовку под эту песню сделать, и все. Ведь когда ты умеешь на компьютере музыку писать, это же здорово. Раз, взял, написал, и никаких проблем больше нету. Не ищи в интернете, как говорится, там тоже чего-чего нету. Ты сам сделал, то есть сам играешь, все. На синтезаторе тоже можно. Есть такое приложение, музыку делать, фонограммы. Вот. Хорошо. Да. То есть у тебя мечта свою звукозаписывающую студию завести? Да? Ну да. Можно, я хочу еще под мелодрамы, да, какую-нибудь музыку писать. Ну, например, будут съемки фильма, а я под ней музыку сделаю, и все. Некоторые дети в интернете, в YouTube просто так сидят, всякую смотрят, да, гадость, извиняюсь за выражение, ну, всякую вот смотрят, да. А я вот стараюсь это не смотреть, я стараюсь вот музыку подбирать, собственно, что я и поэтому вот подбираю. Там в YouTube музыку слушаю в интернете, вот. Потом в тетради всю музыку написал, там, название произведений, благодаря этому, вот. Благодаря этому написал в интернете, то есть не в интернете, а в тетради музыку, в тетради. Да. Я уж поняла, что действительно, если я что-то как-то призадумалась, если я сейчас ничего не сделаю, то я потеряю ребенка, потому что мне там у нас там как бы прорицателей всяких разных появилось. То они мне говорили, что он у меня будет как растение, там еще что-то, они будут ходить, там еще что-то. Господи, помимо там кучу всего там всяких прогнозировали. Вот, и после этого уже я поняла, что нужно что-то делать. Но на тот момент у меня как бы два брата моих, средний и младший, учились здесь, вот в Якутске. И родители приехали сюда тоже. Вот, потому что для каждого родителя немаловажно, это то, что когда все вместе, когда все родные вместе, когда все вместе помогают, когда все вместе возвращают. Вот именно вот детей особых, да, потому что им нужна вот эта вот любовь. Не столько вот как вот нам обычно, вот, или обычно, любому ребенку, конечно, и любому человеку, да, но вот тут другое как бы состояние немножко, да, более такое на духовном таком плане, да. Вот, и чтобы он это все чувствовал и понимал, что вот все вместе, все это, никто никуда не, как бы все вместе помогают ему, да. Слово «мама» что для тебя означает? Родной человек, который меня родил, который, можно сказать, за меня жизнь отдает, как говорится, который всегда уважает, вот. Когда вот с мамой вот вообще уже можно делиться своими мыслями, своими идеями, вот, все рассказывать, что да как до чего, почему, от чего. Вот это вот рассказывать все. Для чего. Вот.
Маме можно всегда свои идеи рассказывать. И с мамой, главное, не надо ругаться. Вот. Слушаться всегда. Слушаться. Оксана, получается, все эти 17 лет ты отдала своему сыну, и впереди еще всю оставшуюся жизнь ты ему отдашь, посвятишь. Ну да. Да, потому что хоть на одного человека в этом мире станет больше доброго. О чем ты мечтаешь? Чтобы часто хорошие люди попадались. Вот это главное. Вот. И главное человека, то, что в друзьях, да, не главное тем, что он там крутой, тем, что он там, это, может, горы свернуть. Главное характер, а не дело в красоте там вообще любого человека. И не дело в там, как он причесал себе волосы, дело, как он там, или с каким заболеванием, например, этот друг попался, человек, да, с каким заболеванием. Главное характер, остальное не важно. Человек должен быть добрый. Да. А то, что он там, ну, болен, и что он же не виноват, что он этим болен, каким-то тяжелым. Но с ним же, его же все равно надо уважать, с ним. Если он твой друг, надо с ним общаться. Если друг к другу тянет, лучше общаться. Несмотря ни на что. Ты себе какую-то цель в жизни ставишь? Цель? Угу. Ну, цель у меня в жизни такая, быть сильным и не трусить. Вот. Заниматься музыкой, медициной и никогда не сдаваться, вот, если что-то не получается, бороться до конца. Если ты борешь, вот за одно дело не поборолся, да? Так какой из тебя человек? Ну, как-то стыдно будет потом, если не будешь бороться за одно дело, например. Завоевать-то надо все равно. Вот. Потому что в Великую Отечественную войну же за себя же русские стояли, не сдавались. Они до последнего бились с фашистами. И они вот сейчас победили благодаря тому, что мы вот сейчас и живем мирно. Точно так же в жизни надо бороться. Если что-то не получается, все равно надо это до конца сделать.